Соглашение о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и университетом имени Масарика было подписано в городе Брно. Подписи под документом поставили ректоры обоих вузов Ильшат Гафуров и Микулаш Бек. В церемонии принял участие президент Татарстана. Подписание соглашения состоялось в ходе посещения Рустамом Минихановым кампуса этого университета и научно-технологического парка Сайтек. Кроме того, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и проректор ветеринарно-фармацевтического университета города Брно Мирослав Лопаторжова также подписали соглашение о взаимопонимании между вузами. Будущее наших стран, вообще будущее мира не в этом зале, где мы сегодня сидим, а вот в аудитории, где те молодые люди, которые получают образование, науки и научные исследования, которые это будущее там. Поэтому мы все должны работать вот на эти аудитории, на этих студентов, на наше будущее.